Всем халло, пацаны, с вами Рид 15 Крю, и сегодня у нас опять очередная рубрика багов в Майнкрафте на версии 1.8.1. Ну, собственно, они, по крайней мере, остались. И первый сегодня баг — это у нас вот такой вот замечательный портал. Вот такой вот. Ну, это как бы не баг, я не знаю, что. Может, это добавили. Но смотрите, у нас мы можем делать порталы абсолютно разного размера. Вот, сейчас я вам продемонстрирую. То есть вот так вот мы можем сделать, чтобы было красиво. Сейчас сделаем. Сейчас, секундочку. Так, у нас нужно поменьше громкость. Вот что-то очень громко. И вот, смотрите. Вот делаем портал. У нас вот такой портал получается. Можно делать такие, по крайней мере, красивые порталы. Вот, вот так вот. То есть мы даже можем смотреть, например, раз, два. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 14, 15, 16, 17, 16, 19, 20. Сейчас попробуем на 20 блоков сделать это. Если он работает, это будет просто замечательно. Так. Смотрим. Да, вот вот работает. Все прекрасно работает. Вот. А, так. Сейчас, секундочку. Нельзя взять. Ну и переходим ко второму багу. Сейчас переходим ко второму багу. И второй баг заключается в том, то что мы можем выращивать деревья через блоки. Вот. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот дерево, вот блоки. И вот, как вы видите, дерево выросло только через блоки. Вот так вот. Ну, даже мы можем вот так вот сделать. Вот, сейчас наставлю блоков. Нет, а, вот, да, вот, дерево выросло. Только она стала в два раза больше. Оно, точнее. Ну и на этом наши баги заканчиваются, и я приступаю к бонусу. А бонус у нас сегодня будет, может, вы знаете, а для тех, кто не знает, оставайтесь здесь. И я вам сейчас покажу, как сделать вот такое вот огромное дерево. Вот, ну это, конечно, не сам максимальный размер. Размер будет очень, очень велик, как я сейчас сделаю. Ну и смотрим. Для этого я переместился подальше от нашей постройки, чтобы, ну, не загораждать, а то мне там еще строить, вот зомби, там всякие надписи. Итак, нам понадобится земля, саженец тропического дерева, именно тропического, костная мука и само тропическое дерево. Ну, это, конечно, подходит больше для креативных, кто любит в креативе строить такие вот декоративные деревья. Ну, итак, приступим. Ставим 4 блока, 4 саженца дерева. И, кстати, я вам расскажу, вот. У нас закладывается в том, что мы выращиваем сразу 4 саженца. Но почему-то они на обычной земле не выращиваются. Вот сейчас я вам покажу. Так, овечка, уйди отсюда. Сибись! Сейчас я вам покажу. Вот здесь, вот здесь. А, не, вот здесь тоже почему-то не работает. Ну, в общем, не суть. Не суть, да. Вот, мы ставим на землю 4 саженца дерева и выращиваем их. У нас получается такое уже немаленькое дерево. Вот здесь мы срубаем для красоты и ставим тропические блоки. Блоки тропического дерева. Поднимаемся повыше.
Здесь мы, ну, можем в макушке, можем не в макушке. Здесь делаем тоже прорезь. Закладываем все землей. И тоже делаем саженцы тропического дерева. Мы можем сразу делать на двух. То есть вот так вот мы тоже можем сделать сейчас. То есть так, чтобы было покрасивее. Вот. И выращиваем. Раз, два. Здесь мы тоже убираем. Ставим тоже тропическое дерево. Вот у нас уже получается такое немаленькое дерево. Вот можем здесь еще сделать. То есть вот так вот. Ну этот бонус вообще бессмысленный, но деревья получаются красивые. Можно еще сделать вот так вот. То есть сразу в ряд вот так вот выставить. Так, что-то у меня сегодня с погодой не так. Третий раз уже меняется погода автоматически. На плохую. Вот можем сразу 8 шаженцев посадить и вырастить. Вот. Ну, почему-то здесь нету блоков. А, вот так, потому что. Ну, вот, получается, вот такое вот тоже не менее красивое дерево. Сейчас сделаем еще здесь. А, вот так вот. Получается, значит. Да, у нас погода в Москве вообще не nice. Плюс 3. Слякать самое. Ну, думаю, все изменится. Ну вот, и вы можете также продолжать вот так вот ставить. То есть вот здесь сделать прорезь. Ставите саженцы тропического дерева. И вот так вот делаем. Вот и все. Всем спасибо за внимание. С вами был Elite 15 Crew. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видосов. Всем удачи, всем пока!